Это отрывок из фильма «Время». Я в шоке, потому что это нифига уже не фантастика. Смотрите, а потом я все объясню и покажу. Оплата кредита принята. 2 дня. До Дейтона? 2 часа. Всегда был час? Теперь 2. Цена выросла. Когда выросла? Сегодня. Меня встречает мой сын, он заплатит. Так нельзя. Правила такие. Пожалуйста. Туда идти 2 часа. А у меня всего 1,5. Тогда бегите. Плата за жизнь. Да, друзья, совсем скоро в нашей жизни появится вот такая чудесная банковская карта. Пока только на базе MasterCard, но в обозримом будущем, по всем законам жанра, эта система будет реализована во всех банках без исключения. Инициатором данного мероприятия стал всеми известный деятель Клаус Шваб и Организация Объединенных Наций. Что это за система и какие правила игры? А все банально просто. Банковская карта совместно с приложением на вашем смартфоне будет отслеживать выбросы углекислого газа в окружающую среду. Таким образом, она будет отслеживать буквально все ваши транзакции в телефоне. Одежда, покупка бытовых предметов, посещение кафе, медицинских организаций и, естественно, продукты. И в чем же смысл? А смысл в том, что приложение считает все данные, все транзакции и отключает вас, когда вы израсходовали все свои углеродные кредиты. Простыми словами, это некий блокиратор покупок. То есть деньги вроде бы есть, но купить ты ничего не можешь, потому что достиг своего углеродного лимита. Вот так вот. Вы скажете, да когда это будет? А вот смотрите, какая новая и интересная система уже тестируется в Казахстане. Добро пожаловать в новую реальность. Ваше имя? Назымгуль, правильно? Да. Я правильно пишу? Правильно. Окей. Ваш аватар выберите сами. Ну, любой, подавайте. Поднесите ладонь на таком расстоянии, прямо на расстоянии. Еще чуть выше. Вот так. Все, держите. Левую пропустим ладонь. Все, у вас правая ладонь есть. Теперь идем к оплате. Вот у нас терминал оплаты, да? Есть такие, такие, без разницы. Да. Вы оплачиваете воду, 200 тенге. У вас на ладони сейчас 1000 тенге виртуальных. Мы вам начислили. Ребят, 1000 тенге. В терминале оплата 200 тенге. Подносите ладонь. Нет, также на расстоянии. Видите, все гигиенично. Проводится оплата, выходит чек и ваша вода. Окей, Google, можно я сегодня схожу в магазин за хлебом? С учетом глобального кодекса социального поведения, сегодня это сделать вам категорически запрещено. Попробуйте обратиться завтра.